сражаться. Барьера уже быть не должно. Общаемся. А ты еще откуда? Тебе удалось уничтожить всех трех смотрителей? Впечатляет. Тебе удалось уничтожить всех трех смотрителей? Впечатляет. Тебе удалось уничтожить всех трех смотрителей? Впечатляет. Да. Прошу, следуйте за мной. Остерегайтесь Дюрневира. Он, несомненно, захочет выяснить, почему исчез барьер. Не могу поверить, что моя мама жива. Ну, то есть, ты меня понимаешь. Поверить, что моя мама жива. Ну, то есть, ты меня понимаешь. Я рада, что ты со мной. Не думаю, что я смогу. Я что-то слышу. Это Дюрневир. Он здесь. Защищайтесь. Йорк!
прости мое изумление, но я не думала, что увижу, как погибает этот дракон. О Дюрневире написаны целые книги, в которых говорится, что его нельзя убить обычным способом. Значит, они ошибались. Разве что... Душа дракона не менее прочна, чем его чешуйчатая шкура. Возможно, твой смертельный удар лишь временно лишил Дюрневира физической формы, пока он снова не обретет воплощение. Минуты, часы, годы. Даже предположить не могу. Но думаю, что не стоит ждать этого момента прямо здесь. Осталось отдать вам древний свиток, и вы сможете продолжить путь. Теперь древний свиток у вас. Пора вам идти. Теперь древний свиток у вас. Пора вам идти. У меня нет выбора. Как я уже говорила, я дочь холодной гавы. Если я вернусь в Тамриэль, это повысит шансы Харкона на реализацию плана по прекращению тирании солнца. Ценю твою заботу. Но меня волнует только судьба Сираны. Береги ее, как зеницу ока. Помни, Харкону доверять нельзя. Что бы он ни обещал, он обманет вас, чтобы получить желаемое. И обещай, что присмотришь за моей дочерью. Она — все, что у меня осталось. Давай, пойдем домой. Положи оружие. Я хочу говорить с тобой, Кванарин. Проклят, но не мертв. Обречен вечно существовать в этом облике. Пойман между лаз и динок. Жизнью и смертью. Я знаю, между славными воителями есть кодекс чести, и думаю, что могу доверить мои слова твоим ушам. Мои когти рвали плоть врага несчетное число раз, но никогда я не терпел поражения на поле брани. Потому я нарек тебя почетным именем Кванарин, или покоритель на твоем языке. Эти слова — большая честь для меня. После нашей битвы, Кванарин, у меня возникло желание говорить с тобой. Я просто хочу со всем почтением попросить тебя сделать мне одолжение. Я провел в Каирне душ бесчисленные годы, обреченный служить идеальным повелителем. Но до того я парил в небесах Тамриэля. Я желаю вернуться туда. Боюсь, время, проведенное здесь, оставило неизгладимый след. Нерушимые узы связали меня с этим жутким местом. Если я покину Каирн душ, сила моя начнет таять капля за каплей. И в конце концов меня не станет вовсе. Я доверю тебе свое имя и дам право вызывать меня, когда ты будешь в Тамриэле. Окажи мне эту честь, и я буду сражаться на твоей стороне, как твой Грозий Мазин, союзник в бою, и научу тебя своему Туум.
Для тебя это может ничего не значить. Для меня же это очень важно. Я не требую ответа, Кванарин. Просто обрати взор к небесам и назови мое имя, когда сочтешь, что пришло время. На моем языке Кванарин — это покоритель. Тот, кто победил в бою своего собрата Дова. Даже сюда, в Каирн-Душ, долетела до меня весть о твоей победе над Пожирателем Мира. Может, ты и не Дова, но победа над Алдуином дает тебе право так называться. Было время, когда я называл Тамриэль своим домом, но оно давно прошло. В небесах парили Дова, сражаясь за свои наделы. Повсюду шли неистовые кровопролитные битвы. Да, но в отличие от моих соплеменников, я искал другие, выходящие за рамки обычных способов сохранить свое превосходство. Я начал изучать то, что Дова нарекли Алог-Дилон, древнее запрещенное искусство, которое вы называете некромантией. Идеальные повелители уверили меня, что меня никто не сможет одолеть, что я смогу призвать в свою армию легионы мертвецов. Взамен я должен был служить им хранителем до тех пор, пока не умрет та, что называет себя Валерика. Я слишком поздно обнаружил, что идеальные повелители больше ценят обман, чем честь, и не собираются освобождать меня от обета. Они могли контролировать мой разум, но, к счастью, не могли овладеть моей душой. Свободен? Нет. Я провел здесь чересчур много времени, Кванарин. Каирн-Душ стал частью моего существа. Я никогда больше не смогу назвать своим домом Тамриэль. Или я погибну. Единственная надежда, что, вызвав меня, ты позволишь мне насладиться драгоценными моментами пребывания там. Давай, пойдем домой. Говори, если тебе есть что сказать. Давай. Я рада, что мы нашли свиток, но хотела бы я, чтобы она могла пойти с нами. Thank you.
Давай, пойдем домой. Тебе что-нибудь нужно? Боюсь, это обернется для тебя серьезной проблемой. Не заставляй меня поражаться твоей наивности. В самом деле? Ого! Ну хорошо. Как ты думаешь, что сделает мой отец, когда мы принесем ему лук? А мне казалось, это у моего отца с головой не все в порядке. К этому моменту он уже получит от тебя все, что хотел. Ему никто из нас уже не понадобится. Он увидит, сколько у тебя сил, и осознает, что нельзя позволять тебе торчать тут. А я буду и вовсе не нужна, когда он его получит. Я думаю, ты знаешь. Мы оба знаем, что должно произойти, когда мы найдем лук. Крепись и держи ухо востро. Мы теперь на другом пути. Да. Чем могу служить, господин? Боюсь, я больше не смогу помогать тебе со свитками, господин. Умоляю, не сердись на меня. Боюсь, я так спешил прочесть первый свиток, что пренебрег правилами предосторожности. Это я во всем виноват. Как видно по моим повязкам, дело не в нежелании. Я просто физически не могу. Умоляю, господин, умоляю, прости меня. Если бы такое чудо существовало, я бы совершил невозможное, чтобы добыть его, если бы тебя это порадовало. Хотя я буду счастлив умереть от твоей руки, могу я предложить другой способ прочесть эти свитки? О, благодарю, господин, спасибо. По всему Тамриэлю разбросаны уединенные поляны предков. Есть одна и в Скайриме, в Сосновом Бору. Если провести на поляне ритуал мотылька предка, можно получить ответы, которые вы ищете. Нужно будет осторожно снять кору с поющего дерева, что, в свою очередь, привлечет к вам мотыльков предков. Когда мотыльков соберется достаточно, они откроют вам второе зрение, необходимое для чтения свитков. По традиции, на поляне предков вам также понадобится особый инструмент, называемый нож-скобель. Всех жрецов мотылька обучают этому ритуалу,
но немногим выпадает шанс провести его. Можете считать, что вам повезло, если у вас получится. Как я понял из видения, древний свиток, который предрекает вызов богам кровью смертных, ключевой для пророчества. Ну, тебе, несомненно, уже ясно, что нас не случайно именуют жрецами мотылька. Голос мотыльков предков всегда был неотъемлемой частью чтения древних свитков. Ох, конечно, они не читают свитки в буквальном смысле, но представляют связующее звено с древней магией, что позволяет жрецам расшифровывать свитки. Когда найдешь поляну, прислушайся. Ты услышишь их песню, тихую мелодичную трель. Мотыльки сплетают хор предков, придавая ему подобие примального авгура. Он становится инструментом для прочтения свитков. Если рядом со жрецом есть мотыльки предков, он может воспользоваться пророческими предсказаниями мотыльков. Лишь самые упорные из жрецов способны на это. Требуются долгие годы практики, чтобы научиться толковать мелодию. Тебе удалось преодолеть долгий путь и найти не один древний свиток. Веришь или нет, но у свитков есть собственная воля. Если бы они не хотели попасть тебе в руки, они бы этого не допустили. Потому я не сомневаюсь, что тебе предопределено услышать хор предков. Есть лишь один способ это проверить. Да улыбнется тебе судьба, господин. Надеюсь, мы скоро доберемся до поляны предков. Что теперь? Что Дюр! 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 Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Не слишком.
да? Если это путешествие обернется потерей времени, мне придется поговорить по душам с Диксионом, когда мы вернемся. Ого! Посмотри кругом. Мы первые посетители за много столетий. Как тут красиво. Думаю, в Скайриме не найдется места прекраснее. Ну, нож у нас. Теперь нужно только найти одно из этих поющих деревьев. Будем надеяться, Диксион не ошибся, и мотыльки обожают эту кору. Посмотри на них. Ты им определенно нравишься. Либо мне кажется, либо ты начинаешь мерцать. Думаю, возможно, это то, чего мы ждали. Вернемся и посмотрим, удастся ли нам прочитать свитки. Ты в порядке? На тебе лица не было. Мне на секунду показалось, что я тебя потеряла. Я никогда не доверяла этим свиткам. Кто знает, что эти штуки могли с тобой сделать? Посмотри только на Диксиона. Что насчет лука Ауреля? Ты знаешь, где нам его искать? Тогда развязка близка. Мы перепишем это пророчество, как нам удобно. Где эта вечерняя пещера? Тогда вперед! Нужно попасть туда прежде, чем отец нападет на наш след. Да. Немного.
В исторических книгах говорится, что его видели время от времени, а потом он опять пропадал. Но, насколько я знаю, этим луком никогда не владел вампир. Это было бы нечто новое. Ауриэль – один из эльфийских богов. Он вместе с остальными в Этериусе. Насколько я знаю, солнце представляет собой связь между нашим миром и их. Предположительно, лук черпает энергию прямо от солнца. Вот почему он упоминается в пророчестве. Этого я сказать не могу. Надеюсь, станет яснее, когда лук будет у нас. А ты еще откуда?
Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Сюда! А ты еще! Мои таланты? Хорошо. Приходи на рассвете к колдовскому кругу на болотах. Мы изгоним ту тварь, которая стала тобой. Ладно. Морфел — неспокойное место. И мой долг — поддерживать тут порядок. Хорошо, вот и ты. Как пожелаешь. Зайдем в дом. Или в пещеру. Хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Я призываю царство Обливиона. Взываю к тем, кто нам не предки. Внемите моей мольбе. Как в смерти заложена новая жизнь, так в Обливионе начинается то, что закончилось. Я призываю вашу силу. Примите наше подношение, эту душу. Как с восходом солнца уходит ночь, вынь эту душу из мрака и вдохни жизнь в это существо. Ритуал закончен. Мои таланты необходимы здесь, чтобы оберегать Морфа. А ты еще откуда? Кто-нибудь есть? Что это было? Пора покончить с этой глупой игрой. Это невероятно. Как будто совершенно другой мир. Ну давай. Лук должен быть где-то в этой долине.
А ты еще откуда? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Ты еще откуда? Будешь знать. Ничего подобного на моем острове не видно. Кажется, там очередное дорожное святилище. Ну вот, пожалуйста.